Жителям Химок оказали бесплатную юридическую помощь. Прием граждан организовал муниципальный депутат Артур Каримов. На встречу за консультацией пришли 10 человек, которым помогли разобраться с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, сориентировать предпринимателей по вопросам льгот и аренде площадей. Этот прием мне очень помог, потому что я уже знаю, как решать мой вопрос и куда обращаться. Также на особый контроль юристы взяли дело обманутой пенсионерки, которой мошенники навязали финансовые услуги. Ее дело юристы будут доводить до суда. Кроме этого, каждому обращению будет уделено должное внимание, отметил Артур Каримов. Если какие-то вопросы будут требовать моего тщательного внимания, либо депутатского реагирования от меня, соответственно, мы также будем тщательно отправлять депутатские запросы в те или иные профильные, структурные подразделения, для того, чтобы наш житель понимал, что он постоянно с нами в диалоге. Прием по юридическим вопросам провели при поддержке Ассоциации юристов России и партии «Единая Россия». Подобные встречи проходят в Химках регулярно. Записаться на консультацию можно у помощников депутата или в общественной приемной партии. Александр Сергеев, новости Химки ТВ.